Мэр Омска Вячеслав Двораковский встретился с вынужденными переселенцами из Украины. Некоторые, приехавшие в Омск, сейчас временно проживают в Здюшор, Иртыш по футболу в поселке 40 лет октября. Теперь уже бывшие жители Донецкой и Луганской областей рассказали, что для них созданы хорошие бытовые условия. В каждой комнате, помимо удобных спальных мест, есть телевизор. Решены вопросы с питанием и устройством детей в близлежащие средние общеобразовательные школы. За счет поддержки неравнодушных омичей переселенцам предоставляется финансовая и вещевая помощь. Была оказана поддержка также со стороны ФМС, миграционной службы Российской Федерации. Также была оказана поддержка Центра занятости населения. Вот, предоставлена ярмарка вакансий. Вот. Ну, проблема остается сейчас с трудоустройством, но я думаю, что она решаемая, так как документы миграционной службы оформляются не один день. Вот, многие ждут документов, прошло всего лишь тут около 20 дней, поэтому сейчас сразу наперед там какие-то негативные моменты говорить я не буду, потому что я думаю, что в процессе все решается.